Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ну что же, у нас закончился турнир, и, соответственно, началась новая неделя. Поэтому забираем награды. Лига мастеров, 3 звезды. Поехали. Так, ну что, 9660 сюрикенов. Рафаэль оригинальный, 50 ДНК, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Так, забегаем с тобой быстренько в магазин, берем колоду. Кстати, у нас с тобой много мутагена. Сейчас пропаем, наверное, Бакстера Стокмана. Так, задание у меня... Ага. Задание у меня есть. Я думал, что их нету. Они в откате. Но нифига подобного. Так, посмотрим, что... Так, осколки я набью. Так, друзья мои. У нас Майки оригинал на этой неделе разыгрывается. И это очень круто. Майки оригинал. Так, что у нас здесь? Давай глянем. Но, как я тебе и говорил, мы накопили нужное количество золотых осколков. Поднять в золотой ранг. Ага. Рафаэльчика, во-первых, мы с тобой переведем на пятую золотую звезду. Да, давненько надо было это сделать, ребята. И у него открывается новая возможность, спецвозможность прямо в отступ. Рафаэль выпрыгивает из кадра и ногой выталкивает врага в отступ. Вероятность 25% уменьшить меткость на 50% в течение одного хода. Вот так вот. Это классно. Ну что же, а теперь мы с тобой переведем. И знаешь, я кого хочу сделать? Наверное... Ой, наверное, это будет Кейси Джонс. Друзья мои, да. Переведу-ка я его. Опачки, в золотой ранг. Примехонько мы его отправили. И это очень круто, на самом деле. Так, и сразу же переводим его на пятую золотую звезду. Ну это вообще круто, друзья мои. Две по цене одной. Кейси вытаскивает две бейсбольные биты и налетает на врага. Увеличивает силу атаки на 75%. Кстати, этого удара я не видел у Кейси. Хм. Надо будет заценить. Как вот он там достает две бейсбольные биты и налетает на врага. Но сила атака на 75%, я считаю, что это достойно, друзья мои. Так, ну что же, двух бойцов мы сегодня с вами прокачали. Представляешь, по фулке. Ну, по крайней мере, до золотых звезд. Надо будет прокачать их, конечно же, еще и на платиновый ранг. Так, обменяем здесь лишние ДНК. Ну что, друзья мои, сегодня у нас понедельник, и нам пора, наверное, бустануть. Правда, прошло чуть больше времени после отката. Где-то сейчас у меня 6. Ну, 3 часа пролетело, да? Кстати, надо посмотреть, что у нас происходит с Микеланджело оригиналом. Нужно ли нам искать с тобой на него ДНК? Так, Рафаэльчик, давай-ка мы с тобой вот это вот... Опа! Так, Майки, значит, да? Микеланджело. Леонардо, я смотрю, у нас тут. Ну, конечно. А, нет, нет, ребята, вру. На Майке нам с тобой ДНК не нужны, потому что он имеет фул звезды. 5 золотых звездочек. Поэтому нет смысла и на него даже копить эти ДНК. И это нужно только лишь нам с тобой платиновые осколки. Кстати, на следующей неделе мы с тобой прапаем какого-то персонажа опять в платиновый ранг. Так что будем определяться. Ребят, вы уже можете мне заранее написать, кого будем переводить. Хотя подожди-ка, 320 мы с тобой за победу сколько набираем-то? Сейчас, подожди-ка, я гляну, то... А вдруг я не прав? 320, да, ребята, не получается, ты прикинь. У нас получится всего лишь 395 платиновых осколков. 395, нам 5 осколков не хватит для того, чтобы, елки-палки... Это придется еще 2 недели ждать. Печалька. Ну да ладно, пошли с тобой на турнирную арену. Будем начинать. Так, дадут мне 11-11 или нет? Или так и будет 10-10? Ну хватит сжаться-то, жмяться. Дай, пожалуйста, мне 11-11. Не хочет давать, да и фиг с ним. Ну что, мы с тобой идем на самое начало. И... приступаем. Потихоньку, полегоньку.
Спешить нам с тобой некуда. Сегодня понедельник, целая неделя впереди. Будем потихонечку их разбирать. Так, первый у нас Хан. Дальше идет Караечка. О, выжила. Ну, это ненадолго. И Леонардо тут что-то выпендривается, ну-ка. Не подбили. Хоть и противники всего лишь 12 уровня, но, как мы заметили, они могут сопротивляться. Причем довольно неплохо. Ну что же, давай тогда быстренько с тобой перейдем на второй бой. Так, мы с тобой уже в Лиге Война. Две звезды, 84-я позиция. Посмотрим, как мы здесь с тобой быстро будем продвигаться. Серега. Против нас или мы против него? Угу. Значит, Кирби, Рокстеди и Карайка. И все это 15 и 18 уровень. Кирби 18 уровень. Но, поверь мне, это для нас вообще ничего не значит. 18 уровень этот. Ну что, начнем, наверное, с массовой атаки. Хотя я хотел посмотреть вот эту штуку. Угу, это у нас новый скилл. Ох, ё-моё. Сразу уничтожил, да? И красава. Ну, ребята, вы все сами прекрасно видели. Но мне понравилось, как Донателло. Да, вот как раз он выпрыгивает из экрана и бомбит по одному из противников. Но, опять же, это ульта не массовая. Одиночная атака. Надо же, воин 3 звезды. 99-я позиция. Отлично. Так, ну что же, продолжаем. Кого нам тут подсунут? О, Максимку я возьму. 22 и 23 уровень против наших 34 и 35. Ну, ты сам понимаешь, да? Мы их быстренько сейчас с тобой почикаем. Никаких особых проблем у нас здесь не будет. Давай-ка, Пит. Что-то мне это не нравится. Уже получше. Так, попробуешь добить? Нет, не вышло. Так, Лео Космос уничтожает, да? Донателло. Так, попробуем Бакстера с тобой наказать. Хм, не получается. Так, а Рокстеди? Все равно, видишь, приходилось по два, а кому-то даже и по три раза бомбить, чтобы уронить противника. Это говорит о том, что мы еще до сих пор с тобой слабенькие, несмотря на то, что у нас уровень на 20 левелов опережает. Так, а мы с тобой переходим в элиту. Слушай, по-моему, буст у нас сегодня удастся. Так, Илья, Тайлер и Маура. А можно мне что-нибудь такое позабористее? Типа 12-14 или 13-14? Не, не хотите, давайте. Ну, ладно. Возьмем с тобой Дюсана. Так, Дюсанчик. Как ты видишь, у него максимальный уровень — это 25-й, это Донателло. А мы с тобой берем вот этих вот наших ребят. 35-й, и дальше уже, как видел, 40-й идет уровень. Сейчас мы как раз и посмотрим, что у Кейси Джонс фильм за супер атака. Так, ну, вызовем здесь Пони. Бумс, минус Донни. Ну-ка. Вау. Слушай, ни разу не видел, ребят, в первый раз за все время, сколько играю, я увидел, что у Кейси Джонса вот такой вот есть удар. Он достает две бейсбольные биты и нападает на врага. Прикольно. Так, тихо, тихо, что ты делаешь, а? На тебе. Так, ну я думаю, что мы Донателло, наверное, все-таки распишем без повреждений. Все. Ну, ты сам понимаешь, да? Победа за нами. Тут никто ничего бы нам не сделал. В любом случае, 40-й уровень и их 25-й, 26-й — это как бы ерунда. Так, ну, мы тут не перешли в элиту 2 звезды, к сожалению, потому что немножко все равно с бустом запоздали, но ничего страшного. Так, давай-ка посмотрим, дадут нам 13-14 все-таки, а? Не хотят давать. А нет, вот дали, дали 12-14. Чиз. И уровень здесь уже почти 30-й. Ну, а мы с тобой уже далеко на 40-м уровне. И так у нас будет, наверное, боя 2-3. Это как минимум. Так, ну что, вы готовы? Ну-ка. Ах ты, Эйприл не упала. Ну-ка давай, как ролики, сделайте массовую атаку.
Совсем другое дело. Пощечина. А если я гранату брошу? Так, и остается у нас Острозуба. Он сам виноват. Он сейчас взял провокацию. Ну, а потом уже и Донателло. Упс, тихо. А так, замечательно. И добиваем. Все. Роквелл так еще танцует, свои ладошки там хлопает. Танцульку танцует. Ну, все как полагается. Так что мы с тобой переходим. Сейчас мы, естественно, перейдем в ранг элита 2 звезды. Только хотелось бы посмотреть местечко. 55-е. И продолжаем наш бой. Так, здесь возьмем. А дадут мне 13-15? Угу, есть такое дело. Кейон. Слушай, мы не спешим ли с тобой случайно, а? 40-е уровни. Тут еще... Твою ж налево, я могу попасть таким макаром. Помнишь, как было такой момент? Я еще радовался. Мы на равных, говорю, вышли. А потом нас так разобрали здесь, что мама не горюй. Так, ладно, бросаем с тобой баллончик, посмотрим. Так, меткость понизили, да? Хилку врубает. Это плохо. Так, ну-ка, ураганчик. Так, ураган довольно неплохо их побомбил. Давай-ка мы, наверное, Мондагека с тобой уничтожим в первую очередь. Дальше, массовую атаку. Давай вот так, наверное, сделаем. Отлично. Так, кулачком звезданем. Минус нейтрализатор. И остается Рафаэль. Упс. Топотун Макн раздавил его. Ну, довольно неплохо, ребята. Все равно я считаю, что идем неплохо мы с тобой. Пока ни одного проигрыша не было. И все у нас отлично. И сейчас мы с тобой перейдем, наверное, в следующий ранг. Да, элита 3 звезды. Место у нас 76-е. Так, здесь нам нужно, наверное, 13-16 получить как-то. Или... Как там, 14-16. А здесь они мне не хотят это давать. Этот, ага, вот 13-16. Сентил. Ну, видишь, в чем проблема, друзья. Я уже так быстро спешу, что практически до 40-х уровней добрался, да? До 40-х, а у нас, ну, в принципе, этой командой можно победить, если Майки, вот этот вот вражеский, не сделает уклонение. Если он сейчас врубит уклонку, я боюсь, мы сфейлимся, потому что не будем попадать. Ну-ка, поехали, посмотрим. Так, вызываем придурков. Отлично. Ага, он решил хильнуть, ну ладно. Теперь бросим с тобой бомбочку. Не очень, конечно, мощная атака, но все-таки. Так, теперь Крэнк выпускает свои ракеты. Ага, вот оно как. Мондагека, естественно, сразу на ускорение пошел. Чуть, да, чем пахнет. Давай, наверное, его бомбанем с тобой. Отлично. И массовая атака от кожеголового. Ух, как так-то? Подожди. А как Рок, кстати, извини меня, выжил? Как он умудрился, а? Кожеголовый как бы намного сильнее его. И массовая атака у него довольно сильная. А Рокстеди выжил. Ладно. Допустим. Элита. Мы еще в самурай с тобой не попали. Так, ну что, опять Маура. А я возьму, наверное, Илью. Я возьму Илью. Мне кажется, что это Илюха... С Игробума. Мне кажется, это ты, Илья. Я могу, конечно, ошибаться, но скорее всего, это ты. Хотя у Ильи, на самом деле, есть фото. А тут какой-то ноунейм. Так, ну, поехали. Запускаем с тобой попкорн, или как это называется, не знаю. Космическая еда. Космошарик или что там. Давай-ка еще массовую атаку. Слабая какая-то. Так, слэш добивает Карайку. Ага, Лео. Лео сейчас будет хиляться, естественно. Куда ему еще девать силу свою? Только на хил. Ого, массовая атака от Рафаэля. Так, я думаю, если мы с тобой возьмем провокацию, ничего страшного не будет в этом, а? Так, минус атака.
Ну, не минус, а мы ему уменьшили атаку. Так, мне нужно кого? Да, в принципе, их всех нужно здесь валить. Но у Майки мы знаем, что у него есть массовая атака. В плане, он вызывает крыс. Рафаэль, по-моему, потратил, да, свою массовую атаку. Ну-ка, попробуем огреть. Ага, окей. А если так? Добить-то сможем? Молодец, Лео. И остается Майки. Да елки ты палки. Ну, Майки, будешь падать или нет? Есть. Ну что, мы его победили. И сейчас мы должны уже переместиться с тобой на следующий ранг. Там сколько у нас? Двух или трех звездочно будет. Даже в самурай. Самурай, ребята, и 46-я позиция. Поехали. Так, здесь нам взять надо, наверное, лучше Женьку. Хотя, смотри-ка, Степанку. Стиранка, Степанка. Давай-ка, наверное, возьмем его. Ну как то. Блин, ты посмотри, уже 38 уровень. А что я переживаю, если я уже на 50-м? Слушай, ну скорее всего буст у нас получится. Немножко, конечно, не такой продуктивный, как обычно, но он получится. Так, ну что, давай, Алапекс. Неплохо. Ох, Рафаэльчик, красавчик. Так, ну что, давай добьем, наверное, Дони. Почему Дони? Потому что он хиллер. Ты дичи, он готов, и он отдуплился. Так, дальше мы с тобой уничтожим, наверное, вот этого Майки ролевого. После я хочу... Да, я возьму провокацию, друзья. Вот так. Потому что сейчас будет слэш выпендриваться, естественно. Ага, этот... Слушай, я думал, массовую примет, но нет. А вот этот уже массуху врубил. Ай-яй-яй, зря, зря ты, конечно, так, паренек. Так, уничтожаем. Слышь, будешь падать? Нет, он не стал. Не захотел. И Донателло. Ну-ка, есть. Ну, как-то так, друзья мои. Я считаю, что неплохо мы с вами идем. Хотя уровень 50 против 36-35, но все равно. Я в этом не виноват, на самом деле. И мы с тобой уже в самураях 2 звезды. 88-я позиция, отлично, просто великолепно. У нас, кстати, 104 монеты с тобой, надо будет их потратить. 14-17, дайте мне 14-18 или 15. Ага, вот, 14-18. Вон. Вон Джу, Джу вон. Или как тебя там величать. Или пошел вон. Так, ну что, у нас с тобой... Погоди секунду. Погоди секундочку. Тут уже 45-43 уровень, а я полтиннички. Я возьму на всякий случай. Это, ребята, элементарная перестраховка через паукуса. Я хочу сыграть. Так, ну что? Массовая атака от паукуса — это в первую очередь. Хопа. Хан упал, уже замечательно. Теперь ролевой Майки. Еще минус двоечка. Так, минус, наверное, Мондакека. Есть, и минус Майки. Все. Ну, вообще-то можно было бы даже, мне кажется, без паукуса здесь обойтись. Хотя сложно сказать. Он все-таки сделал колоссальный удар, который нанес очень много дамага. А мы там, в принципе, потом просто добивали. Так что, не знаю. Наверное, все-таки я правильно сделал, что взял паукуса. Ну, и у нас тут 14-18, это Билл. Тихо-тихо-тихо, подожди, не, на, не будем так спешить. Раз, два, три. Четыре. Так, четыре, пять. Попробуем, ну я, конечно, не спорю. Ребята, здесь есть бронза. Особо паники наводить не стоит, но ты не забывай. Даже если у него есть бронза, но прокачаны скиллы, это уже о многом говорит. Так, надо нам с тобой попробовать. Ага, минус Крис Брэдфорд. Теперь, наверное, Кирби попробуем с тобой ушатать. Что это за слабая атака такая? Ну-ка, из пулеметной очереди. Нормально, Кирби упал. Так, теперь я сделаю, наверное, вот так вот провокацию с замедлением. Что вы делаете, а? Ну-ка. Слабо ты как-то ударила, если вот так. Минус. Так, теперь попробуем Бакстера ушатать. Нифига, не получилось, да, так. Отлично, и остаются Майки.
Ну, с ним-то мы уже разберемся. Он тем более замедленный. Он ничего не успеет здесь сделать. Хотя успел ударить, а? Ты посмотри, жук какой. Все-таки на дорожку он успел бабахнуть, но, ребят, ничего страшного там не было. У нас все остались целенькие. Ну, а мы с тобой продвигаемся дальше. Как ты видишь, мы уже на самураях 3 звезды, 87-я позиция. Грубо говоря, только начало боя. Так, Андрюха, Дмитрий и Эмин. 14-18. Отдадите что-нибудь посерьезнее? Там, например, 15-19 или 14-19. Не, не хотите давать? Не хотят, прикинь. Не хотят. Ладно, перебьемся. Возьмем с тобой тогда Максима. У нас жалко, с твоего персонажа заканчиваются. Хотя нет, хватает у нас еще персонажей. Возьму-ка я сюда Джастина. Блин, ты заметь, что вот сейчас в этих отрядах, в которых мы с тобой дрались, везде хан есть. Ну-ка, сделаем дебаф, это для начала. Вот так, теперь бы какую-нибудь массовую атаку нам. Ну-ка, майки. Ну, неплохо, но слабенько. Так, тихо, не надо. Так, этот усиливает атаку, да, всему отряду. Стоп. Так, вот он, гадюныш, а. Так, отлично, ребята. Я просто немножко испугался за хана. Слушай, ну, газовая атака у Джастина. Я не ожидал, что он такая мощная. Серьезно, она сильнее даже, чем он делает вот этот вот массовый плевок, который у него есть. Мне понравилось. Так, местечко у нас с тобой 41-е. Я думаю, что еще один бой, и мы перейдем уже в Лигу Сёгунов. Ну, я хотел бы, чтобы мы перешли. Также я хочу, чтобы нам дали ранг повыше. Ну, что это такое? 14-18. Давайте там 15-19 или еще что-нибудь в этом роде. Вот, видишь, Максим, то ли дело. Но тут уже, видишь, полтинники идут, поэтому мне придется взять Леонардо. Мне придется взять Леонардо и, естественно, через него отыграть. Потому что враг уже ко мне приблизился. Нет смысла мне брать равных. Потому что мы с тобой просто так отгребем, что мало не покажется. А через Леонардо, конечно, мы с тобой сыграем на изи. Просто одной, как это сказать, одного его суперудара будет достаточно, да, чтобы они падали. Вот когда мы с тобой дойдем уже до кого? До 60-х. И он тоже своих уровней, да, 60-х подойдет. Так, ну что, мы с тобой уже все гуна. Так что, друзья мои, расслабляться не стоит. 47-й. Это Дмитрий у нас. Опять же, берем Леонардо. Рафаэль, подожди, пока ты не нужен. Мондакет, Лео, Рафаэль и Муха. Вот сейчас мы этой компанией будем разыгрываться. Хотя что-то разыгрываться. Сейчас Лео сделает удар, и все, и они будут валяться. Вот и все. Чудо какое-то было бы, если бы кто-то после этого выжил бы. Тем более на 49 уровне. Против сотого. Это, считай, ну, 49 уровень, 50-е, да? Считай, на 50 уровней выше. Это, конечно, жестко. Даже, я не знаю, даже для имбы. Так, ну что, у нас опять Дмитрий. Но я вижу, тут есть Симона. 15-20. Общая суммарка. Так, Кирби, нейтрализатор. Ну, в принципе, там уже пошли высокоуровневые у нас персонажи. Можно даже Леонардо уже и не брать. Ничего они уже тут не сделают нам. Так, ну что, будут падать? Опа, Донни выжил. Давай вот так вот сделаем. Я вот одного не могу понять. Шреддер здесь вот в этой вот, да, анимации, он почему-то летал. Он же не мог летать в мультике. Откуда у него такие полеты? Странно. Так, ну что, в Сёгун 2 звезды, ясно, мы с тобой попадем. А вот дальше не знаю. Борис. Так, Лео, возвращайся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, еще два боя, друзья мои. Ну, с этими мы справимся. Тут даже и говорить не о чем.
всех с одной вертушки. Великолепно. Ну что же, двигаемся тогда далее с тобой. Два боя, я тебе сказал, да, у нас последних. И мы попадаем в Лигу Сёгунов 2 звезды. Интересно, попадем в Лигу Сёгунов 3 звезды или нет? Сможем? Если, например, дадут нам 16-21, к примеру, кубков, да? То такая вероятность могла бы быть. Но я сомневаюсь, что нам дадут. Нам дают только 15-20, это максималка. Опа! 16-21. Все-таки выключил. Так, ну давай возьмем Усаги и вот этих вот всех ребят. 59-й ранг против нас выступает. Давай посмотрим, кто из нас будет сильнее. Так, врубаем Усаги. Да, он красавчик, он красавчик. Карайка сможет добить кунайми? Конечно. Ну вот, как-то так, ребята. И последний у нас с вами заключительный бой. Если мы его проходим. Сейчас я посмотрю, куда мы с тобой перейдем, во-первых. Может быть, даже Лигу Сёгунов. Нет, до трех звезд, к сожалению, мы не попадем, да? Хотелось бы, но не попадем. Не хватает у нас буквально одной катки. Буквально одной катки. Хотя, ты знаешь, мне Криса Брэдфорда тоже оставлять там не хочется одного. И я, кажется, знаю, как нам исправить эту ситуацию. Как нам исправить и ситуацию, и в то же время перейти еще на следующий ранг. Так, давай-ка минус Донни. Выпускаем твою волну. И массовая атака от Донателло. Все. Давай посмотрим, перейдем или же нет. Если нет, то Крис Брэдфорд один не останется, поверь мне. Я сейчас что-нибудь придумаю. Ну-ка. Угу. Сёгун 3 звезды, друзья мои. Поехали. Да-да, я хочу, друзья мои, все-таки отыграть. Крис Брэдфорд понимает, что тут один. Нет. Так дело не пойдет. Возвращаем наших ребят сюда, обратно. И поехали. То есть, ну ты понял, да, что тут вообще разрыв мозга будет. Ну что, давай Усаги. У нас, как обычно, Усаги, потом Леонардо. И все. И мы с тобой пройдем эту катку. Хотя Зэк. Зэк все-таки добил, да? Я думал, это будет, как обычно, Леонардо. Нет. Вот так у нас с тобой получилось. Ну что же, мы с тобой занимаем, наверное, где-то 75-е местечко сейчас будем. Я так предполагаю. О, даже 63-е. Неплохо. И с лигой у нас на сегодня все. Так, нам нужно выполнить задание. Поднять уровень персонажа. Так, пройти серию испытаний. Сколько у нас, кстати... Да, мы хотели с тобой зайти в магазин, во-первых, пока не забыл. Так, тут все у нас в достатке. Так, подожди, что мы там? Ага. Мы же Рафаэля, да? Рафаэля. Вот так вот, 89 ДНК. А по жетонам все так же плохо. Так, ну что, мы с тобой прокачиваем кого? Змейка Вьюна? Да. Так, Змейка Вьюна. Значит, нам нужно... Подожди-ка, мы здесь все? Все. Нам нужно с тобой двое вот этих очков. Одни есть. Вторые нашлись. Так, далее. 8 ящиков с инструментами. Раз. Два. Три. Так, 3 ящика уже есть. 4, 5. Так, подожди, 5, 6, 7, 8. Окей. Так, ну что, прокачиваем, друзья мои, да? Третья ступень. Сложная биология. Так, там потом надо будет чип-планшеты, силовые ячейки крэнгов и знаки дорожные.
Забираем с тобой здесь награду. Так, пройти серию испытаний и поднять уровень персонажа. Так, серия испытаний у нас будет проходиться вот здесь. Я думаю, никто не будет против. Хотя там можно было бы и по кругу пойти, но я решил вот сюда отступить. Когда пройдем первый круг, ребята, обязательно вернемся с вами и пройдем смятение из другого измерения. Так, Кирби. Ну, выжила. Так, ну что, таракашка. Готово. Ну, здесь, наверное, будем действовать. Хотя 80 уровень. Массовые атаки. Они есть у нас у всех, кроме Рафаэля, да? И Майки. У этих троих есть. Но это нам не понадобится в любом случае, потому что уже все, ребята, ушатали. Мы прошли с вами эту серию. Серию испытаний. И теперь... Кстати, надо будет посмотреть, какие на этой неделе у нас испытания. Так, давай-ка заберем. Сколько у нас там мутагена? Хватит мне? Да, мне хватит, ребята, чтобы Бакстера Стукмана прокачать до 90 уровня. Шикарно. Так, ну что, 90-90. Теперь вот Рокзар, Зе, Крис, Донателло, Железный... Ой, еще очень-очень много кого надо прокачивать. Очень много кого. Так, ну-ка, где у нас тут испытание? Так, городская война, тени на солнце. Это у нас кто здесь разыгрывается? Кунаичи, Алапекс, Шинигами и Сплинтер. А дают кого нам здесь? Давай посмотрим. Не имбу. Ладно, сколько сможем, столько пройдем. И мания майки. Ага. Так, мания майки. Подожди. Вот так вот. Опять же не дают нам имбу. Да елки ты палки, ну что ж так несправедливо-то. Ну, сколько, ребята, пройдем, столько пройдем. Так, я пошел, короче, набивать осколки за кадром. Да? Ну, а с вами мы уже увидимся в следующей серии и продолжим играть в черепашки-ниндзя. Так что, всем до скорого и удачи!